Ràdio Bonanova. Ràdio Bonanova. El 107.1. Bonanova. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту.
У этого периода жизни есть много названий. Его называют нежным и трудным возрастом, порой максимализма и перфекционизма. Он по праву считается переломным, ярким и, пожалуй, даже самым прекрасным и интересным возрастом, незабываемым промежутком времени, когда человек еще не совсем взрослый, но уже и не ребенок. И в нем причудливо сочетаются качества, присущие детству и зрелости. Подростковый возраст. То, чего нередко боятся родители и чего так ждут дети. Воспитание подростка – нелегкая задача. И сегодня большинство родителей, а число таких родителей увеличивается год от года, сталкивается с огромными трудностями. В последние несколько лет уровень подростковой преступности, детской беременности, наркомании и заражения болезнями, передаваемыми половым путем, невероятно увеличились. Чувство отчаяния все сильнее владеет сердцами. В чем же дело? Причиной такого положения является неподготовленность родителей. Они не имеют четкого представления о том, как надо общаться со своими подростками. Большинство родителей неправильно понимают, что такое подростковый период и чего им следует ожидать в это время от своих детей. Основная проблема, возникающая у подростков, это проблема взаимоотношений с родителями. В юношеском возрасте ребенок избавляется от детской зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на взаимном доверии, уважении и относительном, но неуклонно растущем равенстве. В большинстве семей процесс происходит болезненно и воспринимается как вызывающее поведение. Подростковый возраст – время проверки всех членов семьи на социальную, личную и семейную зрелость. Оно протекает с кризисами и конфликтами. Известно, что на формирование личности ребенка наибольшее влияние оказывает обстановка, в которой он находится с раннего детства. Поэтому то, что он видит в семье, оставляет в его душе глубочайший отпечаток. Часто родители думают, что передача детям информации, идей, знаний, наставления – это и есть воспитание. Но гораздо больше уроков они выносят, наблюдая за нашей повседневной жизнью, поведением, отношением к окружающим. Важно понять, что Бог хочет от нас, как от родителей. Тема нашей сегодняшней передачи – воспитание в переходный возраст. Приглашаю к микрофону христианского психолога и душепопечителя Вячеслава Халанского. Недавно моя знакомая пожаловалась мне по телефону на то, что они с мужем совсем не понимают своих двух сыновей-подростков. Мы не знаем, как нам реагировать на поведение наших детей. Они не хотят ходить в церковь, своих друзей слушают больше, чем нас с мужем, и ведут себя вызывающе, отчаянно сетовала моя знакомая. Родители часто задаются вопросами о том, как понимать подростков, как относиться к их ранним свиданиям, как принять то, что в этот период мнение сверстников важнее, чем мнение родителей, как выстраивать границы в отношениях и сохранять личную свободу подростка, как не потерять связь и взаимопонимание со своим ребенком в период предельной занятости родителей. Что такое качественные взаимоотношения между родителями и ребенком? Как научиться любить своего ребенка-подростка тогда, когда он тебя отвергает? Как передать свою веру в Бога подростку так, чтобы не вызвать в нем агрессию? Виноваты ли мы, родители, в том, что наш ребенок неуправляемый? Что мне делать с чувством стыда за моего ребенка перед другими людьми? Эти и многие другие вопросы являются важными и актуальными для всех нас. Однажды ко мне на консультацию пришла семья, и они не знали, что делать с их взрослеющим подростком. «Он живет в своем мире, и мы совершенно не понимаем его», – с печалью говорили родители. Родители подростков удивляются тому, как их чадо может носить такую одежду и думать о свидании в 12-13 лет. Психотерапевтическая практика моих коллег, да и моя лично, свидетельствуют о том, что взрослые люди испытывают серьезные психологические проблемы в результате небрежного обращения родителей в их подростковом возрасте.
Проблема подросткового возраста – это проблема, с которой наше общество катастрофически не справляется. Именно эту проблему в начале 20 века описал пророчески Федор Михайлович Достоевский в своем произведении «Подросток». В чем суть проблемы с его точки зрения? Суть проблемы, казалось бы, в простом и ясном – в отсутствии глубокого понимания взрослеющего подростка и потери связи с родителями, в которых мы все так сильно нуждаемся. Мои коллеги и друзья, практикующие психологи, подтверждают тот факт, что наши проблемы кроются в отсутствии диалога, общения на больные для нас темы. Удивительно совпадает пророческий голос Достоевского, когда он говорит, что главное во всем идея разложения, ибо все врозь, и никаких не остается связей, не только в русском семействе, но даже просто между людьми, даже дети врозь, с голосом авторитетных исследователей человеческого поведения. Парадокс, но за последние 25 лет мы узнали о младенчестве и детстве больше, чем за предыдущие 2000 лет. Однако мы с печалью признаем, что эти факты помогают нам понять что-то общее о ребенке, но не его самого. Здоровому человеку, выздоравливающему обществу, свойственен диалог, а диалогу предшествуют вопросы. Существующие вопросы станут вектором нашей дискуссии. Первое. Что Библия говорит о динамике развития подростков и какова роль родителей в этот период? Второе. Что такое подростковый кризис? Что родители должны знать об этом? Третье. Как правильно вести себя родителям, когда подросток начинает чудить? По моему глубокому убеждению, вслед за авторитетными авторами, исследующими природу человеческого поведения, мы должны опираться на Библию. Мы не должны игнорировать мнение специалистов в области клинической психологии и исследований, изучающих работу мозга. Однако наши знания всегда будут неполными, если мы будем игнорировать библейский взгляд на все жизненные вопросы. Достоевский глубоко проник в анализ природы человека, в частности подростка, и пришел к важной библейской истине о том, что нарушены связи между людьми. Связь всегда предполагает диалог и понимание. Мы интерпретируем свое поведение или супруга, объясняем его для себя. Зачастую эта интерпретация становится воздушным замком, вымыслом, если она не согласована, не уточнена с нашими близкими и детьми. Иногда в этом воздушном замке мы живем по 20-30 лет. Папа бросил сына и семью. Причина не обязательно в том, что сын был плохой, но в том, что отец не смог справиться со своим мужским одиночеством. Что же Библия говорит о динамике развития подростков? Библия фокусирует внимание своих читателей на том, чтобы между родителями и детьми сохранялся вдумчивый диалог между собой, с уважением и любовью. Диалог всегда предполагает не только информационный обмен. Это вовлечение душевных качеств тех, кто ведет диалог. Ведь бывает такое, когда вы говорите и вдруг осознаете, что вы не здесь с вашим собеседником, а где-то в другом, более важном для вас месте. В Библии мы читаем: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе и не раздражайте детей ваших». Повиновение – это результат искусства воспитания. Ребенок до подросткового возраста должен научиться говорить, что он думает и чувствует, умеет, как следует попросить то, что ему нужно. Если взрослые не учат этому, тогда дети часто разочаровываются и замыкаются в себе. Повиновение – это ясное признание авторитета взрослого родителя в глазах ребенка, и эта задача для родителей не из легких. Родители должны заработать авторитет у детей. Он не дается автоматически. Дается статус родителя, но не авторитет. Авторитет приобретается поступками. Родители должны сдерживать свое слово. Пообещал купить в подарок игрушечную лошадку, то будь добр это исполнить. Повиновение – это не рабское чувство, но действие, исходящее из чувства уважения и гордости за своих родителей.
Жить так, чтобы твои дети тобою гордились. Это важная задача. Родителям также сказано: не раздражайте детей. Удивительный, простой и глубокий смысл в этих словах. Мы раздражаем детей, когда оскорбляем их действием или словом, унижаем, относимся к ним с пренебрежением. Не обращаем на них внимания. Не пытаемся понять, слишком много требуем, наказываем холодностью за непослушание, навязываем им собственные цели и идеи, не признаем своих ошибок. Удивительно, но я задаюсь вопросом о том, была ли в древние времена психология. Я нахожу ответ, что да. Древняя еврейская семья сосредотачивала свое воспитание на взаимоотношениях в большей мере, нежели на принципах. Религиозные ритуалы способствовали тому, чтобы фокусировать внимание на семейном общении. Дети обучались в семьях, в тесной связи с родителями. В подобной связи возрастные изменения переносятся правильным образом. Библейские принципы воспитания можно назвать библейской терапией. Наиболее ярко подход библейской терапии самым лучшим образом передал миру в 20 веке известный еврейский философ и мыслитель Мартин Бубер. Мы же живем в то время, когда мы пытаемся жить, что говорится, по уму, а не по сердцу. Однажды Лев Толстой в своем произведении «Крейцерова соната», в котором, кстати, очень здорово описано неизгладимое влияние на жизнь взрослого мужчины именно поступков, сделанных в подростковый период, по поводу семейного счастья сказал: «Уж очень образованные стали». Толстой намекает нам на то, чтобы слушать свое сердце больше, нежели полагаться на расчет и выгоду. У нас все обусловлено страхом и тревогой, что-то не успеть заработать или купить. Один мой знакомый, очень активный человек, достаточно известный оратор, однажды сказал мне: «Когда моим детям исполнилось 15 лет, я понял, что 15 лет я жил не с ними». Зачастую родители хотят помочь своим детям. Родители видят то, что их дети переживают. Возможно, помощь нужна самим родителям. Совсем недавно к моему коллеге обратились за помощью для своей 25-летней дочери, которая переживает тяжелую депрессию. Она никуда не хочет выходить и никого не хочет видеть уже долгое время. Очень важно родителям самим понять, что и им также нужна помощь, возможно, в большей мере, нежели их детям. Прошло, а будто было вчера. Ваш раздался первый крик, и стало в мире светлей. Стала весна длинней, стала зима теплей. Радость их первых дней в сердце жива. Первый взгляд на этот мир и первый несмелый шаг. Радость первая в глазах и первый звонкий смех. Первый на окнах снег, первых побед успех. Нет, не забыть мне тех дней никогда. Сын и дочь, два этих слова всех других нужней. Сын и дочь, нет в этом мире ваших рук нежней. Сын и дочь, пусть вам приносит радость каждый год. Сын и дочь, да пусть хранит вас Господь от всех тревог и невзгод. Пусть у вас достанет сил идти к отчизне легко. Пусть вам дарит Божий мир с
свою любовь и тепло. Станете вы взрослей, память тех детских дней будет в душе моей вечно жива. Мои сын и дочь, два этих слова всех других нужней. Сын и дочь, нет в этом мире ваших рук нежней. Сын и дочь, пусть вам приносит радость каждый год. Сын и дочь, да пусть хранит вас Господь от всех тревог и невзгод. Дочь, два этих слова всех других нужней. Сын и дочь, нет в этом мире ваших рук нежней. Сын и дочь, пусть вам приносит радость каждый год. Сын и дочь, да пусть хранит вас Господь от всех тревог и невзгод. В чем же причина того, что родители теряют связь со своими детьми в подростковый возраст? Почему однажды наступает такой момент, когда родители начинают замечать, что они со своими детьми говорят на разных языках? Первое. Родители сами живут в стрессовом напряженном ритме. Периоды напряжений сопровождаются нервными срывами, эгоцентричной концентрацией на себе. Постоянно дети выпадают из поля заботы своих родителей. Причин и оправданий такому ритму жизни может быть множество. Нужно много работать, жесткие условия начальника на работе. Мне тоже нужно расслабиться и так далее и тому подобное, говорим мы себе. Важно помнить, что если мы хотим кому-то помочь, в особенности нашим детям, мы должны помочь себе сами, и тогда мы четче увидим путь решения проблем наших детей. Есть ли у вас нерешенные проблемы? Есть ли у вас план того, как вы можете начать решение своих личных проблем? Второе. Важно обращать внимание на то, как развивались ваши дети до подросткового возраста. Научились ли они тем качествам, которым должны были овладеть в период раннего и взрослого детства, то есть до 12-13 лет? Научились ли они понимать и свободно выражать то, что приносит им удовольствие и радость? Научились ли они делать то, что им тяжело, что развивает волевые качества в достижении поставленных целей? Развивают ли дети свои таланты и способности, иначе они будут чувствовать свою неудовлетворенность? Умеют ли они заботиться о себе и знают ли себя? Имеют ли они здоровую самооценку? Третье. Есть ли у вас в семье традиции, общие обычаи? Клинические исследования показали следующее. Если в семьях есть такая традиция, как общий ужин и доверительное общение, то это значительно снижает уровень преступности и использования наркотических веществ в подростковом возрасте. Другими словами,
это влияет на формирование правильной привязанности. Четвертое. Очень часто подростки мне говорили о том, что родители их не понимают. Конечно, возможно, под этим они подразумевают, что родители не выполняют то, что они просят. Однако элемент понимания – это такая потребность, которую можно еще определить как увидеть, заметить, быть в центре внимания. Я думаю, что именно это часто подростки ожидают, а не строгого и умного «да» или «нет» на просьбу их чад пойти на свидание в 8 часов вечера. Пятое. Можете ли вы говорить со своими взрослеющими детьми на темы, которые им важно знать к 12 и 13 годам? Девочки должны знать о первой менструации, а мальчики о ночных полюциях. Незнание этого подростками лишь говорит о том, что у них с родителями не очень тесный контакт и диалог. Подростковые изменения похожи на долгое путешествие. Вы не знаете, что приключится с вами. Вам всегда нужны новые ответы на вызовы, обусловленные ситуацией. Этот период можно сравнить с глобальными изменениями Алисы, попавшей в Страну чудес. Перед тем, как попасть в Страну чудес, она стремительным образом менялась сама, и, соответственно, изменялось ее восприятие. Однажды Алиса воскликнула: «Все странше и странше». Вот именно такие изменения переживают подростки в этот период. Что именно происходит с подростками в их подростковый период, и что родителям нужно делать, чтобы, учитывая эти особенности, и помочь своему ребенку стать зрелым? Первое. Психика подростка в возрасте от 12 до 14 лет подвижна и похожа как бы на мокрый асфальт. Любое неаккуратное действие, слово, тон, взгляд, прикосновение остается следом в душе взрослеющего человека. Второе. Мышление подростка начинает работать в синтезированном режиме, то есть происходит процесс систематизации из различных источников, то есть друзья, а не только одного источника, то есть родители. Синтез – это часть личности, которая переносится глубоко вовнутрь, затрагивая ценности и верования. Это формирование происходит с внутренним сосредоточением на себе. Следовательно, настроение меняется каждый миг. Я помню, как я преподавал в школе для подростков и постоянно наблюдал эти эмоциональные перепады радости и гнева, восторга и печали. Понятно, что физические изменения здесь играют не последнюю роль. Третье. Подростки борются со своей эгоидентичностью, или, проще сказать, ищут свою социальную роль. Посмотрев боевик, подросток копирует главного героя. Он пробует себя в разных амплуа, восстает против ценностей церкви и своей семьи, преувеличивает свои стремления к независимости и свободе. Подобное поведение требует от родителей, преподавателей воскресных и общеобразовательных школ терпеливо относиться к поведению подростков, даже если они вам кажутся оскорбительными или вредят всевозможным процессам. У подростков формируется свой внутренний мир. Церковь может стать важным ресурсом для подростков, когда в церкви будут разные ролевые смешения. Молодежный пастор, консультант, лидер молодежи, пастор. Все эти ролевые модели могут помочь подросткам правильно пережить кризис. Четвертое. Важно помнить, что изменение – ключевое слово этого этапа и самого радикального из всех остальных периодов. В это время формируется ответ на вопрос «Кто я?» и «Куда я иду?». Зачастую шаблонные фразы родителей или учителей, как, например, «Вечно у тебя все не так, как у людей», или «Ты всегда что-то не то сделаешь», могут глубоко засесть в сознании подростка и стать рулем жизни. Важно помнить психическую природу человека, что то, как обходятся со мной, так и я обхожусь с другими. Как другие обходятся со мной, так и я обхожусь с собой. Этот принцип напоминает вечную истину, что посеет человек, то он и пожнет. Пятое. Родители на этом этапе должны быть любящими и уверенными, понимать подростков и прислушиваться к ним.
при этом мягко устанавливать границы приемлемого поведения для обеспечения их благополучия. Например, если ваш ребенок спрашивает у вас разрешение пойти на свидание, и вы ему строго отказываете, при этом вы движимы совершенно священными чувствами, то вы рискуете, что в следующий раз ваш ребенок пойдет на свидание тайком, и вам об этом не расскажет ничего. Лучше было бы пригласить домой того, кого ваш ребенок хочет пригласить на свидание. Шестое. Исследование Джеймса Марсия указывает на критерии подростков, правильно переживших свой кризис идентичности. То есть, как узнать, что подростки нашли для себя ответ на вопрос «Кто я и куда я иду?» Ученый говорит, подростки меньше смущаются. Подростки более открыты перед другими. Они лучше общаются с родителями и более уверены. Седьмое. Каковы же последствия у взрослых, которые не прошли успешно через подростковый период? Они не склонны к доверию. Они отвергают авторитеты. Они сомневаются в своей сексуальной роли. Они не способны находиться в отношениях, удовлетворяющих обе стороны. Главная задача, которая лежит на родителях в этот период, состоит в том, чтобы помочь подросткам заботиться о себе и о других. Если это происходит, подростки вырастают и становятся эгоистичными, оставляя других людей неудовлетворенными и разочарованными. Важно общаться со сверстниками. Родителям и церкви важно обеспечивать позитивное окружение и деятельность, где могут завязываться отношения. В противном случае взрослый превращается в одиночку, имеет тенденцию к изолированности, показывая свою чрезмерную исключительность. Необходимо поощрять выражать свой внутренний мир и характеристики своего сердца, углубляя личный стиль подростка. При этом взрослые должны держать ребенка подотчетным, принимая и одобряя аспекты его истинной личности. В противном случае подросток будет играть роль, чтобы доказать миру свою значимость, ища самооправдание и выдвижение. В своих притчах царь Соломон сказал: «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и праведно будет поведение его». А занятия нашего отрока напрямую связаны с пониманием и взаимоотношениями в семье. Мы читаем в прессе о насилиях и убийствах, совершаемых подростками, причем с особой жестокостью, и думаем, где были их родители, как их воспитывали, что произошло в их семьях. Может быть, они в это время занимались выяснением отношений между собой, а может, по 16 часов в сутки зарабатывали средства на достойную жизнь. А детей в это время воспитывала улица, телевизор, друзья и так далее. Но Бог сказал, что мы ответственны за своих детей и должны воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Постарайтесь понять ваших подростков. Уделите каждый день время общению с ними. Попытайтесь начать это прямо сегодня, и вы увидите, что этого как раз они и ждали. Наши дети умеют быть благодарными. Цените время общения, и вы будете награждены своими детьми и Богом. Подходите к воспитанию детей с верой в Господа. Делайте свою часть, а Бог будет делать свою. Молитесь усиленно за ваших детей по Слову Божьему, и Господь благословит вас и их. Наши предки народной памяти оставляли штрихи и следы. Наши дети, внуки, правнуки до последней прочтут строки. Отцы и матери, добронаставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей. День недолгий к закату клонится, скоро будем держать отчет. Книги вечные
вечности все откроется, там увидим личный след. Отцы и матери, добронаставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей. Живя на этой земле, каждый из нас оставляет в памяти других какие-то следы. Эти следы могут быть мира и добра, а могут быть горя и разрухи. Пойдем же за Иисусом Христом, чтобы оставить в памяти других следы мира, любви и надежды. На прощание слово из Библии. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona@hotmail.com или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Карер Санте-Усеби, 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна, или 7-я линия, остановка Плаца Малина, каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!